Это вариант Учи Гари от Давадожи, который он выполняет против левосторонних соперников. О Учигари – это неожиданная атака, которую Давадорш обычно выполняет без захвата. Для того, чтобы она сработала, нужно, чтобы соперник перенес свой вес вперед. Давадорш атакует тогда, когда его соперник подается вперед и пытается взять захват. Чтобы сделать его хорошо, Давадорш должен сначала положить руку на куртку соперника, прежде чем атаковать с помощью Оучигари. Это отличный шанс научиться очень необычному, эффективному и неожиданному варианту Оучигари. Давадорш научит вас подготовке, входу и выполнению приема, прежде чем вы увидите, как он использует его на крупнейших мировых соревнованиях. Еще больше видео на Superstar Judo.